Я все-таки подрублю и буду комментировать, блять, пиздец. Как только пытался подрубить, блять, вырубил там за правильный мув Сильвера, блять, выбили нахуй просто. Про меня здесь, блять, чел кидает три карты, три сильные карты, в которые чел хочет попасть. Они все уже собрались в триплет. И три другие, которые не нужны. Что покупает, блядь, спел за 5. Спел за 5. На золочение. Чтобы, блядь, выиграть одну голду, проиграв 50-50. Попытайтесь выиграть 50-50. Когда можно, блядь, собрать руками триплет, блядь, там была нага, которая спелы забирает. И еще лишний спел получить. Просто, блядь, пиздец ебаный. Просто подрубаю нахуй то, что мне, блядь, будут подобную хуйню, блядь, показывать по КД, я это не запишу и не буду комментировать, блядь, в онлайне. Не то чтобы мне на кого-то по не похуй, но просто в ситуации, если бы я сделал так же, мне бы гарантированно хуйню нарисовали. Он, бля, у чела кривая расстановка не на усиление, хотя у него 27 хп. Потому что можно было, блядь, Винфьюри отдать. И резнуть быстрее. Хотя, в принципе, похуй. С 21 хп хуета могла бы не раскрыться. Могли убить стелс-карту. А, не-не-не, хуйню несу. Ладно. Здесь максимально правильный мув, что не сюда закинул, а сюда, потому что я бы сделал так же с 5 хп, и чтобы, потому что понимал, что сила стала моя не самая сильная, чтобы с 5 хп рисковать, но, блядь, просто хуярят, блядь, он не бала. Там хуёвые тычки были. Да он чело мало того, что прокает. А, там еще панда была. А, ну ладно, там еще панда была, не видел. А, не, он с панда раскопал спелт, фу-ё-моё. Ну тогда он 60%. А, окей, не покупал руками спелт, фу-ё-моё. Да и не вонь. На этой семье лаги рисуют, нахуй. Я не заметил, смотрите, они мне лаги рисуют сразу же, нахуй, ломают стрим, блять, роды ебаные, нахуй. Это на меня, нахуй, опять. Бля, ужас, нахуй. Пизду. Я просто триггерился заранее, я думал, мне опять хуйню показывают какую-то. Как только я решил подрубить, я сразу же отрубил. И, блядь, мне вон кругляшки рисуют опять. Рядом с курсором. Right, alright.
Ебанутая нахуй. Я еще не посмотрел, какие два спала предлагались вместе со злочением. Это еще может быть необоснованный клейм. Ебаные рисуют, что хотят просто. Хотят мне лайки рисуют, блядь, и так далее. Ну хули нет. Лайки, дропы, кубляшки, дудосы. И полностью убитые игры в хайсе, за которых, блядь, я теряю все восприятие уже полностью. Уёбки, блядь. Ёбаный рот, блядь. Он. Наэр. Аниар. Какой-то релайн, я не знаю. Лайер. Через игрек. Ну, этот босс. Рино. Earning. Да, может есть какой-нибудь хейрлайн, типа такого. Типа прическа. Нихуя себе. Нихуя себе, что выдумываю. Гуд заберу. Найн. Найнер. Райн какой-нибудь. Лайн. Не имеет никакого смысла, блядь, так рандомно вводить слова. Да, что-нибудь придумаю нормально. Айрлайн. Что у вас зажравшиеся роллы? Поэтому при выигрыве не дадим.
конечно, заебали одни и те же вопросы. Они хотя бы разных участников ставят. Сильная аналитика. Сильная аналитика, блядь. Вот, чел ловит идеальные карты, нахуй, нормально. Может участвовать в игре. Я тут сижу, блядь, нахуй, ловлю подкрутку от дегенеров конченых. И отсюда понимаю, что математически есть сбалансированная хуйта. Ничего не надо убирать, нормально. Где Клакрон, блядь, нахуй? Всем, блядь, раздали сильных героев, блядь. За просто. Чего только сейчас поняли, блядь, что-то. блядь, не ладно. Неправильный мув. Вообще нету никакой выгоды пробивать чуваков, когда ты играешь один против семерых, а не один против один. Ты получаешь одну деленную на 7 выгоду от того, что ты пробьешь одного чела. Вместо того, чтобы усилять свою таверну и получать более сильные карты. Быстрее всех. Чел опять не разбираются в математике вообще и логике. Сложный выбор. Как будто у чела в фролах нету возможности быстро заребилдиться, блядь, с этого хуйни законов.
И то оставить этого дракона можно 6-3, почему нет? Один слот. Пивная аналитика просто, это пиздец нахуй, но... блять. Челы имеют право анализировать, и челы это слушают, потому что у чела 15к рисованных. Хотя нет, 3-3 и руки надо призывать. 3-3 нету смысла бафать никакого. Эх, жалко. Ладно. Реально было бы хорошее плей 3-4 поставить, потому что он и так получит забаф 2-2. А пиратка бестолковая. Ну плевать, я бы мог поспешить и так же сделать на самом деле. В моем случае. Нала. В кавычках 2-3-3 удаляется. Какой, блядь, дракон с CL3-3, покупка 1-1 и покупка 3 сейчас на следующий ход, блядь. Ну и заебала нахуй, заебала.
Пчелы пятая таверна, блядь, миллион хп, браво просто. Просто браво. И чел до сих пор, чел имеет 36 хп и до сих пор не может реализовывать свое хп правильно. У меня хп ограниченное, блядь, количество. Ёбки рисуют, блядь, меня хп в начале игры в количестве 1 и ломают мне полностью игру этим. Нет возможности ничего сделать. Блять, ну чё он делает? Ты ничья, блядь, сразу. Мом. Категорически слабый пой. Нужно. Хотя бы чела есть возможность рассмотреть для триплет и получить вектор потенциальный. У меня его нету, но у чела есть. Ну вот челу закрыли точно так же игру. Вон челу сломали триплет при меня, потому что я сказал, что надо левелапать. Блять, и подуть. А сколько комфортные игры, блядь, нахуй, легкие и так далее, блядь, сами не дают участвовать. Это просто, блядь, мерзкие твари, а. Просто выгоняют меня из игры и все, нахуй. Просто рот ебал. Конченые. Да нахуй там. С учетом обилки. Ну, у него идея вот такая вот и будет. Ну это очень медленно, но... Да всем похуй. Блять. Все идеальная раскрутка, блять, на месте, нахуй. Вот, сразу вот гарантированная раскрутка на Гливиксе. Автоматически. По шаблончику.
Да, с таким столом выбили бы уже торуху. Прекрасно. Все опять раздали, но это. Нахуй ему дракон, блять, этот ебаный бесполезный. Просто вопрос. Нормально. Блять, скажи, челы медленно и не своевременно думают, это просто пиздец. Просто челы крутят нахуй, чтобы крутить, блядь, карты и лобахуя. Зато у челов стабильно... Ну, Сильвер, наверное, меньше такие игры, но у него хотя бы терпильно выигрывабельные игры, блять. А вот у меня, блядь, сломанная игра, все. Просто прекрасно. Здесь даже умудрились показать, блядь, что здесь шансы на луз есть какие-то, блядь. Бля, кринж. Бля, ну и бред, нахуй. Триплет, похуй. Просто дают возможность бранов покупать, чтобы они легко собирали все золотые, нахуй. Прекрасно. В моих играх нету возможности просто, в принципе, брана, блядь, пикать, потому что небезопасно. Просто прекрасно. А тут просто тупо бесконечная голда, нахуй. Нормально. И так мало карт сыграл. Ну бас. Да, хватает достаточно.
сделать. Ну, да я, блядь, срисую тоже на похуй даже на видео. Чтобы меня также убивать. Да, чел тупой, зачем-то билку нажал нахуй, блядь. Чел играет АТС и, блядь, нажимает обилку нахуй, похуй. Дракон. Хотя у них так трекеров нету, но... у чела должна быть нормальная моральная составляющая, чтобы запоминать карты стола у оппонента. В том числе их статы, один в один. Нарцисс, они играют на каком-то турнире. Если я могу, значит, остальные должны уметь, по идее. Блять, просто пиздец. Он меня такие игры стабильно рисует, а я в ахуе то, что челом рисует такие игры, блять, тоже. Но это рисует при мне. У них таких ситуаций, такие ситуации только при мне, бля, происходят. А за пределами игры, ну, очень редко. Когда я ухожу и издеваться не над кем больше. Сейчас идет скорее издевка в мою сторону, чтобы я видел хуйню какую-то. Нормально. Попытка еще больше, чтобы я забил на математику и про и адекватные планы. Точнее, нет, промывка на то, что я просто выиграть не могу никогда. Как ни крути. Смог справиться 100%. 100%.
Слушай, ну и лики удобные по добилку, прекрасно. Для Go я зайду на Skyblock и построю генератор Cobblestone. Это будет такой же геймплей, нахуй. Просто буду Cobblestone копать, блядь. Просто, блядь, то же самое, нахуй. Такая же тупая, нахуй, легкая игра. На рисовках. Я ебал. Просто ноль умных плеев, блядь, зато даются идеальные сетапы, нахуй. Без Brain Usage. Какого-либо предварительного. Просто, блядь, дегенеры тупорылые раздают по удобству, как хотят, карту. бля. Вот непонятно баланс. Там очень мало скама. Я бы сильнее реализовал бы. Меня бы точно так же выбили паров просто. Раунд каргейм, блять. В плане, блять, игра для детей, нахуй. Просто чел сидит, Cobblestone копает. В креатив моде в скайблоге. Все, человек безответственно сыграл, не докрутил последние 10 секунд, он просто остановился на 10 секундах, нахуй, нормально. Ой, на 10 манин. Можно было как минимум две карты успеть сыграть. Очень интересно.
кого-то 15%, а для кого-то разница между героями минимальная. Ну, для меня. Из эффективной игры на каждом герое. Счастливы вместе, Геннадий Букин. Я положу. Геннадий Букин. Да, он вроде. Точнее, не вроде, он самый. Сложный выбор. Герой либо который ничего не делает, либо хоть что-то делает. Точнее, что-то делает. Синергия сложно. И правильно делает, да, правильно. Правильно делает. Бля, ёбаные школьники. С рисовками.
2-1, когда уже стоит 2-1, бля, сложно. Сложно. Нормальными раздачами, да. Как видно, игра крайне самопростая. Прямо для полных кусов. Что-то мало. Да, то же самое. Чувак, которых загнали в 4 балла, что ли? Я не обратил внимания. Сколько все надо? Thank you.
самом деле, как с экономикой 4.5, конечно. На фейле ничего не стоит пикать. Нормально. Но, блядь, с учетом того, что тебе предлагают 4-1, ты хочешь пытаться, блядь, нежить выходить, когда ты играешь на топ-1. У него были зажавшиеся роллы, были зажавшиеся количество здоровья, конечно. Челоди генера дают возможность лапцы ни о чем не париться. И ловить идеальную раскрутку. Как и всем остальным. А еще и атаку надо бафать. Он конфиденс и это нормально. Сложно. Ну, по сразу же нахуй, блять. Еще и 6-4, чтобы можно было превратить. Для того, чтобы не было шанса не поймать плохую карту. По логике генерал. Нежить. Блять, просто все съела. Окей, как скажешь. Неправильно в 3-1 вилка. Хотя реборн он усилится. Окей, это сильная карта, да. Я забываю про номинальность статов. Ровно ударяет за тихонью. Я говорю, чел, которому дают левелап, это халява каждый игрок. Зачем ты рейтишь карту? Зачем ты рейтишь карту с нечетную? Так я ее не рейчу, а что мне там было брать? Ты ее два раза, по-моему, забрал, нет? Два раза не сыграл. Да, в тот раз там
кого ты мог победить? Было так даже, нет, да. У меня выбор из нуля героев с нулем карт, с нулем хороших бафов на что еще до 8 монет. Лузовый с нулевой, что ли? Рагнарос. Зимба. Рагнарос и я. Короче, Инфамус и Лидер там был лучше. Я не помню сейчас уже дальше. Пик помню, что Рагнарос был и какое-то еще дерьмо. А может, что у Супер GG, Влад, тебе не нравится дабов черный? Мне не нравится в это. Ну, то есть 1-1, это, конечно, прикольно, но это не стоит. Мне ни то, ни другое не нравится. У меня там выбора не было. Мне нужно было просто пробовать выживать. Это, мне кажется, деньги немножко не туда, если честно. А, ну что, КВЛ карты? А, да, ну, две, но все равно. Ну, типа, за меня еще, да, можно. С одной как-то мало. Еще последний файт разменялся, там 33 на вылет И это все в один ход заходит. Подспел активный на таверне, блядь. Прекрасно. И все вон две карты сразу даются. Ну, я ебал нахуй. Просто у всех, блядь, просто в один ход в таверне, блядь, просто раздается, блядь, сразу же карта. Можно сказать. Линейно. Идеально. Мне такие плеи даже не предлагаются. Просто при меня, блядь, нахуй нарисовали хуету опять ебану. При моих грамотных реализациях я не могу никогда найти, блядь, судей. Просто. Шестерки. Че там, ну Пуджек где-то на восьмой ход перелапал шестерку. У меня не было ни пейги, ни забафов. А тут, блядь, все нахуй есть. Нидракари. Факен Эпсер. Оп, блять, один волк, а сразу к ней второй сразу. Это там шестерки, по-моему, не волк даже пикался. То есть просто два волка.
не понял, что за даёб. Человек как-то максимально дезлогично пишет, что у них нету логики в сообщении. Зато копипастят нахуй. Чело в одной части, в одном приложении пишут одно, а в другом пишут совсем другое. Противоречивое. Формулировка, конечно, 10 на 10. Там 12. Блять, только что удалился из зверей, блять, и обратно все равно. Только в идеальном состоянии за один ход, потому что у него залученная ситуация по зверей. Ха-ха-ха.
Какой он совет принесет вам? Восемь два под шалопаек. Бля. А белку не пытается мне. Классно. Я он уже поменял. Четырнадцатый ход, меня на десятый ход такой вот таким говном выбивают. Псевдо трейда, блять. Он опять помог, ну что, надо призвать еще его. Очевидно. Ну если скам, блядь. Хотя бы заскамить можно. Попробовать. Красава, чел прошел игру, блять, одну карту купил. Бля, пиздец. Так, остальных, блядь, нахуй игра. Просто одну карту покупают, выигрывают. Рисовано идеально. Идеально в идеальной ситуации, идеально вовремя, идеально... Все идеально. Вот и дом. Thank you.
На набор моих игр, блядь, по-моему. Но ему не особо важно было этот турнир. Им похуй, не смотрят все. Три, четыре, пять. Тут автовин должен быть. Автонилус. Значит, все. Неправильно, блять, на бабл на первый слот, чтоб. Снайпить. Точнее, бабло реализовать, какая разница. Бля, чел сидит, волнуется, блядь, сухой, блядь. Эй, блядь, это просто невозможно. С легкой хуйтой. Полученной легким образом. Блять, ну. Бред. Кивает, блять, просто. Чем еще делать? Кивает, блять, супер легкая игра. Выиграл в казино. В ковочках генера на СВД.
бля, пиздец. Дело это просто 10, ну тогда возможно, да. RDO топ 8, Terablade топ 7, GIF топ 6. Или сколько лет? А, 2 проходит, блядь. Потому что 5-2-1. Радио и ПЛЖ. Бам, токи, идеальные шестерки, пятерки, четверки, тройки. Не, тройки не нам. А нет, тройка один раз берется. По моему геймплею. За гениальные реализации маны. Там единственный правильный геймплей. Хотя может это вообще мой дракон даже. Да нет.
Я ничего не видел, ни от ошибок. Я отходил. Все варианты предлагаются нормально. Сейчас любой вариант идешь, и все это образуется во что-то нормальное. Всех всегда. Нормально. Ну, человек обилку не жмет, нормально. Два пророка, я понимаю. Один рерол. Неправильно. Если чел, блядь, отыгрывает одна из блока, как обезьяна, то чел должен был один рерол сделать. Потом два. А 6 для этой штуки.
Нет, там третья, третья, нет. Ой, это, блядь, по тому сюжету как раз у Зорга было топ 2, что ли, ничего. Блядь. Ой, это передо мной. Рисует. Да, ну. Ну, 6-2. Он что, не понимает? Блядь, 6-2 с таким столом не покупается. Не-н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 е. А, хотя у него хп дохуя. Не, все правильно, у него хп дохуя. Позвольте искать вектор пока что. Все правильно, все правильно. Все правильно. Все правильно. Ой, бля. Как же меня заебал нахуй этот чел с бесконечными рисовками, блядь, умом играет, не умом играет. Подкрутки нету. Комфортик. Иди. Верный пес посидит. Ебай позитивные эмоции рисует просто чел. Просто так. Эй, боже, да. Сука. Хотя что смешного у него, да, слабый стол какой-то. 3 пятёрки предлагается, когда все плохо. Ок. Блин. Кубочка все идеально. Ну, так разобьется, еще нанесет охуя дамажа в кого-то. Он продаваться не должен. Не тупой, не тупой, не тупой, не тупой, не тупой, правильно. Правильно, абсолютно правильно. Ну еще там туда закинул, ну.
С учетом его ситуации, то что 2 хп, чела как-то, блять, особо не должны задумываться о том, чтобы расставлять свиньи и прочую хуйню. И выставлять слабые карты, блять, на таунт, чтобы она не разбивалась. На 10-й корт ход всегда карта за нас хп разбивается. Всегда. Прям всегда. Как не умерла, трейдилась. Нормально. Это там поездом пропадает, конечно. Да. Да, да, да. Еще я с блок не пропал. Ему сразу насыпали идеальный ролл под демона, когда он проебал айсблок под 17 хп, с учетом того, что чел отыгрывает от айсблока как ебанаты. Просто. Зато. Чела сразу нарисовали идеальный ролл после первого рерола, потому что у него было 17 хп, он рерольнул, ему 16 хп, дали идеальный билд, понятный и простой. Кек. Еще и, наверное, с обилки. Нужная карта переместилась. Но если ему нужно топ-5, то... Ну, можешь 15-22 продать спокойно. Не, ну это адекватно, это адекватно. Если челу нужно топ-5, и он понимает, что ему нужно топ-5, но, по-моему, ему не нужно топ-5, я их выставлю. Потому что если бы я был бы на турнире, я бы просчитывал каждый поинт и все возможные варианты рассматривал всегда. Заранее. Чего? Чего? А, он и ест их всех. Охуенно, просто два волка рисуют, которые съедаются. Рисовано. Рафлана ебала. Ведьма демона не убила, она рясница с фул хп, изи клап. Не войму, что ли? Как это возможно? Типа не выбил. Был шанс. Зорга выиграл. Нет. Как он мог потерять броню и так, что у него осталось 12 хп все равно, блять, что за логик?
Мне волка не нарисуют, я не думаю. Мне же не рисуют волка вот так же. Что-то ворвался. Были в прошлом файте только. Так не хватит это еще. Сейчас шипа ведьму еще не убьет. Ого. Молодец. Молодец, сильные игроки. Чел сидит, стабильно рисует карта. Молодец. Ну да, молодец. Собрал свиньи идеального. Молодец, ебать. Сильно играет. Как я играю. У меня же хай рейтинг нахуй рисую с рисованными картами. Бля, мерзость нахуй, мерзость. Лицемерие, мерзость. Фу. Непонимание. Непонимание подкрутки. Сейчас пропустят, что ли, ничего. А, или ему начали давать, блять, когда уже пройти нельзя. Да что-то не все одинаково посели почти. И не мой вкус. Может, что?
поставил сорок. Справедливости ради, вот неплохо шел, блять. Ну чё за промытые, блять, опять комментарии тупые, нахуй, сука. Чё, вы снизили очки до той степени, что можно сейчас рисовать любую хуйню теперь? Бля, сука, просто пиздец. Ванов. Твой бред. Смешно. С учетом того, что мне еще более ебанутую хуйню рисуют. На протяжении 9 лет. Да, бля, на протяжении 9 лет, нахуй, это вообще несравнимо. Надо мной весь мир будет смеяться, нахуй, просто. Естественно, ублюдки. Нормальные переживать просто будут. Просто был икра, блядь.
волк по себе. Сколько надо реролов, слышишь? Нормальная идея добавить. Блять, не допёр. Эх. Рисуют лаги, типа, блять, все эти хуйни и так подбафуют нормально. Конченая. Слабоумная. Слабоумные дегенеры. Слабоумие и трусость. Ой, бля, прекрасно, да, просто. Хочет мышку, бля, резнуть. Вот эту. Топ-1, блядь, да. Бесполезно. Там мы попадем было такое. They didn't see my games. My game starting from this one house. Блять, страшно видеть человека, у которого, бля, лоу хп, блять, у меня игра. У меня игра начинается сразу с одним хп, блять, просто. Просто я захожу, у меня игра с одним хп начинается. Каждая игра. Да. Он как бы понимал, что ему шестое место, только нужно, блять, он что-то. Сейчас говорит ого, значит он не понимал, блядь, приказ. Ладно, логично. Английский четвертый класс.
Охуенно, блядь. Он не успел перевести. Группа, блядь, зашли просто или чё? Бля, по-моему, лучше, блядь, тогда уж попадаться с... реально, блядь, намеренно в тир-3 сетку попадать, чтобы против слабых топ-1 забирать. И точно так же проходить на финал. Блять, это бредовая система нахуй максимально. Если я правильно понимаю, как она работает. Все-таки А5 проходит, Т3. Т2, по-моему, там. Кринж. И опять похож на это. Давай сегодня стоит. Ну тупые. Ну тупые, блядь, ну тупые. Ебать. Они сейчас угадают, я сам не знаю. Да. Голова. Удача на моей стороне, блять, знакомая, я не помню нахуй. Я не помню даже. Удача на моей стороне, поверить. Не запоминаем. Элиза, но у Лизы вот другая реплика. А фортуна или участие? Блять. Мне их настолько редко дают, что я не помню.
О. Найс. No shit. No shit. Какая-то нежить урон. Это на кого-то. Ну, фаня какая-то на гонке. Грозный. Кто ты стреляет? Хо-хо. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо. О. Кашина. Тогда что-то можно пойти на любого. Да. Чел из Таверского. Почти. Рад. Зратал. Какой-то чё галажу? Там нет мазочки. То что набрас. Раньше все озвучки все запоминал нахуй, сейчас для меня это бесполезная информация, я ничего не запоминаю нахуй, бля, в игре просто. Просто бесполезная информация. Мой мозг работает из последних сил на максимальное усилие и не запоминает бесполезную инфу. Там оказался, например, по рисовкам.
Значит, я нихуя не разбираюсь в Хардстоуне. Ну кто не разбирается? Вот эти точно не разбираются. Этот не разбирается. Зенган сыграет чуть-чуть, не разбирается. Инер не разбирается. Чуть-чуть играет, не разбирается. Вова не разбирается. Кира. Лучше всех разбирается, чем остальные. Так себе. Этого Кейт, не знаю, я ничего не знаю. Но Кира в бэшку должна была попасть. А между А и Б я даже сравнивать не буду, потому что там математически ебанутые заходы рисованы у всех стабильно. Там большинство игроков максимально комфортно играет, их можно, блядь, спокойно тоже в С-группу закидывать. По справедливости. Чел стал использовать их так хардкор, когда мне до этого в названиях писал в Хардстоуне то, что у меня игры на хардкоре и так далее. Типа, когда он вов на хардкоре играл, начал писать. Кто-то может быть сильным, а кто-то ловким, но...
Здесь единственный игрок это Кира за победу. Бля, хуй не будет рисовать. Написано, когда вы покупаете, что с билетиком или что? У меня просто тоже же было такое. Я не рассчитал с ним. Против 1-1 профан ебало. У меня тут сложный плей так-то. Сначала на похуй сейчас играет, что-нибудь сделает и нормально. Все идеально. Блять. Нахуеть, вот это скейл. Ебанулся, блять. Ебать, скейл, нахуй. Ебать, вот это скейл. Чел абсолютно не разобрался в заходе, ах. Понятное дело. Ожидаемо. У него 2-3 еще есть, нет? Ну, левел 2, попытка в 4, изи. Этот вариант тоже хорош, если он думает о том, чтобы шестерку собрать, потому что он не должен сильно проигрывать. Нормально, нормально. Нормально. Какой ману не получилось, он поставил карту, алё. Ману не получилось, блядь. Сука. Кого поставили на аналитику, сука, это ужас. Ну что?
Красного, сюда, блядь. 6-4 уже. Он во второй таверне, все плохо. Бля. Бля, ну пиздец. Придумал ход на топ-1. Ну, в принципе, хорошая карта. Не, ну нормально копила, не ну. Это хотя бы что-то можно поскейлить. Просто, блять, у него на столе все двойки. Сука. Вот уже и вектор появляется. Банан. What the fuck? Вот как я и говорил, блять, на С все играют на С, вот, блять, правильно. Вот на Б нахуй. Отдаленно играют на С. Но стабильно роляют хорошие карты и имеют возможность что-то анализировать. Иногда правильно. Точнее, зачастую правильно. Потому что все комфортно. Ебать ебанутую хуйню, просто просто отдала 3 карты нахуй за ход. Найс. На топ-1.
Блять, и хули не показали, как она сыграла. Она сначала должна два блюза отдать поочередно, вдруг она сразу сыграла, закинула на похуй. Он тоже. У него же демон, который дает других демонов, который будет идеально работать. Да. Верим. Бля. Да, вот такая. Там. О. С нечётными, блядь. Нечетная карта. Бам, сразу комфортность. Level up. Комфортный level up. Смита спел, ёбаный рот, нахуй, не ломайся. Провокация под 18-8. Просто у всех крайне простые плеи, блять, нахуй, чел не могут их реализовать. Просто ёбнуться, блять. У меня так роллы не ведут себя. Просто меня пушат, нахуй, до топ-8, блять, по-ебански, нахуй, и через ботов, блять, и через дены. Просто здесь, нахуй. Челов. Блять. Блять, ну там ёбнутая хуйта. Урази. Вектор есть хотя бы какой-то. Чё, она просто лапнула. И ничего не поставил даже. Как не забафался. Опа. Ну, блядь, слава тебе. Ебать, комфорт.
какой за байфер там был? На атаку. Зря, зря. Сейчас смешно вот туда, да? Все довольно-таки очевидно, все правильно. Девять семь удаляй побыстрее. Супер. Что это делает здесь? Быстрее, быстрее. Что надо сделать, чтобы шестерку засейвить? Я думал, чтобы хотя бы шестерку засейвить. Блять, просто ёбнутые заходы у всех, чего не могут их реализовывать, я ебал, блять. Блять, направо, и там трейд как они трогают. Окей, наверное, собираю еще одну и ту же хуйню. Армор, набилку в кого-то, блять, ну ёбаный рот. И сейф армора, блять, на турнире уж, ладно. Раз уж, блять, здесь нету сетапа толком. Между прочим. Два, уже два, двух дали, блять, просто. То смысла никуда сопс. О, ровно под ману, еще под золочение. Ебать нахуй. Просто, просто ебать. Просто ебать нахуй. 6-6 еще позолотить, еще закинуть, блять, просто. Никуда не кидаешь, 6-6, блядь, закинуть туда, 2 блюз, блядь, блюзаменов, маленьких. Блядь, какие приятные игры, я ебал нахуй, просто все. Ну давай, ты должна сообразить. Ебать, идеально, идеально, пока все идеально. Да блядь!
Да блядь! Вот, это, кстати говоря, у нее такой же рейтинг, как у меня, нахуй, но... Она хотя бы более вменяемая, чем остальные игроки. Вот, закинул, блядь, меньше забафов сюда. Блядь, просто ошибка за ошибкой, я ебал, нахуй. Просто микроошибка за микроошибкой, я ебал, нахуй. Просто у меня такого не бывает никогда, нахуй. Даже, блядь, в ебанутой... В ебанутой неиграбельной игре. Просто пиздец, нахуй. Просто просто ошибка за ошибкой, нахуй. Даже когда мне внезапно насыпают ебанутую хуйту какую-то. Просто уроды мне ломают игры и все, нахуй. Мерзость. Гнилая. Я не могу мне уёбки не дают участвовать в игре, прогоняют, блядь, из игры, блядь, просто, блядь, гнильё. Тупо чел сидит, нахуй, на том же рейтинге, на котором играют... Слабые. А на хай-рейтинге челам всем дают стабильный идеальный заход для того, чтобы им было без проблем анализировать ситуацию каждую игру. И просто, блядь, качать АПМ себе. Была возможность. Это мерзость. Что, блядь? Что явно что-то гениальное сделал. Вот явно что-то гениальное сделал, да. Явно что-то гениальное. Ой, бля. Явно что-то нестандартное сделал. Явно что-то нестандартное. Ну явно, явно. Ой, бля, ужас нахуй. Просто ужас. Право, да, я был бы. И я. Я был бы лаво. Понятно, что должно предлагаться, чтобы пикать это. Как мне подсказывает, что-то необоснованное было. Блять, ну.
Нет, Кира по сравнению с остальными не идет нахуй, но... Ясно, блядь. Но вот сравнивая то, что вот у нее такой же рейтинг, как у меня. Меня уже опустили от того же рейтинга, как у нее, вот, блядь. Это просто пиздец, нахуй. Бля, ну. А не, а чё так долго? Ну, конечно, там тоже 7500 лол. Еба. Я уже с такой насыпкой уже тоже волноваться начал бы. Сам сель. Баблера надо было закинуть. Да. А, там не золотой блюз есть. Ну там все золотое уже давно нахуй. Второй там. Там в начале хода золотой блюз, блядь, дай собрать. Он был не золотой, он стал золотой, блядь, почему-то. Пиздец, блядь. Да, ну должна догадаться, блядь, расставиться под конец. Ну ё-моё, под подальше. Ну что за хуйня? Ну хотя бы на пятую позицию, ну, давай. Давай. Гамба. Там еще и лакир, блять, ну пиздец. А, это не лакир, это ТС у меня. Да тут без оговорочек нужно. Да, блять, сука, блять, ну пиздец нахуй какой-то.
Так, нет. Может быть. Она тебе не перезванивала? Демоны какие-то, петухи. А, ой. Да, левелап, ну правильно, левелап, там ничего интересного. Ну, нет. Можно найти сразу через Госу, плюс дракончика, который дает божественный щит. Что там было написано, а то я не прочитал. Слушай, а что это такое? Это Изера? Это Изера. Это которая драконов стана на роллы. Каждый ролл дракончик появляется, да, ты да. его покупаешь. И, мол, до третьей таверны, чтобы быстро Терез Госу найти, да, или зачем? Да, это не прям принципиально. Плей. Он апнулся, потому что дракон ему пришел плохой, таверна вся плохая. То есть там можно и через вторую играть спокойно. Можно не спеша играть во второй, ставить триплет под седьмую ману. Понял. Вот. Но можно, в принципе, и апнуться, найти сразу Терез Госу. Понял. Я хотел тебя найти.